Стихотворение, аллегория. На свете жил один старик. Он праведником был. И часто в гости к старику в дом ангел заходил. Всегда встречал его святой с улыбкой и добром. И ангел очень полюбил и старика, и дом. Однажды старый человек вдруг ангела спросил: «Скажи, ты видел рай и ад? Я знаю, ты там был. Я правду очень знать хочу, как души там живут, ведь там я вскоре обрету последний свой приют». Ответил ангел старику: «Ты праведником жил, и посмотреть, как там живут, ты точно заслужил. Тебя туда я провожу, увидишь рай и ад. Не бойся, я тебя верну потом домой назад. С тобой мы завтра полетим, как выпадет роса. Ну а пока я поспешу к себе на небеса». Старик не спал почти всю ночь и встречи очень ждал. О том, что ангел позовет, он даже не мечтал. Настал волшебной встречи час, и ангел, и старик стремительно поднялись ввысь под журавлиный крик. «Ну что, давай сначала в ад, мой друг, с тобой пойдем». И ангел старика повел в огромный черный дом. Накрыты скатертью столы, ломились от еды. Но те, кто за столом сидел, все были голодны. Из ртов голодных тут у всех текла на стол слюна. Никто не мог сам что-то съесть или попить вина. Мешали людям здесь в аду колодки на локтях. Лишь дотянуться до еды могли все кое-как. Но в рот себе еду, увы, никто не доносил. Не гнулись руки, и рыча все падали без сил. Спросил тут ангел старика: «Ну как тебе в аду? Теперь пойдем посмотрим рай, тебя я провожу. Не удивляйся, старый друг, там тоже ничему. Спокойно все ты принимай и к сердцу, и к уму». И вот опять огромный дом, но только посветлей. Вот снова здесь стоят столы, накрыты для людей. И тут колодки на локтях у всех, кто за столом. Но только радостные все, веселье, полон дом. Внимательно смотрел старик, и вот что увидал. Друг друга каждый здесь кормил. Из рук еду давал. Тянулись руки через стол соседа накормить. И не стеснялся здесь никто, если хотел попить. Сосед напротив наливал вино в большой бокал и другу на прямых руках легко передавал. Старик был очень изумлен. И ангела спросил: «Зачем те люди, что в аду, себя лишают сил? Они ведь могут, как в раю, друг друга накормить. И кто мешает им, как здесь, всем так же дружно жить?» На это ангел старику ни слова не сказал, а лишь шепнул: «Пойдем», и рядом зашагал.
Они вдвоем вернулись в ад. И ангел прошептал: «Задай любому здесь вопрос, который ты мне задал». Старик приблизился к столу и крайнего спросил: «Зачем? Ответь мне, человек, ты тратишь столько сил, ты можешь руки протянуть, любое блюдо взять, но не ко рту его нести, а ближнему отдать. Его покормишь через стол, а он потом тебя. Вы будете прекрасно жить. Послушайся меня». В ответ сверкнул из-под бровей безумный, дикий взгляд. И прошипел один из тех, кого послали в ад: «Ты что, старик, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я кормил едой из рук своих соседа-бугая? Пускай я буду голодать и буду без вина, но не получит здесь никто ни крошки от меня. Поди же прочь, мне не мешай, и рядом здесь не стой, ведь я уже почти достал большой поднос с икрой». Отпрянул в ужасе старик и ангела позвал: «Спасибо, мой крылатый друг, я все здесь повидал. Теперь я понял, что в душе у всех свой рай или ад. Прошу тебя, верни скорей меня домой назад». Вот так и в жизни на земле одни хотят всего, но не доходит до ума ни капли из того. Живи, даря себя другим, и будешь счастлив сам. Ведь помнить люди на земле нас будут по делам. Аминь.